Вот, они скидывали, как мы должны были одеваться. То есть там юбки, топики, тудым-сюдым, чтобы там плечико было открыто. Вот, то, что, типа, мы должны там помимо этой работы, типа, если нам предлагают мужики общаться, там номер давать. Так, по факту, это везде так. И, типа, для них это норм. Ну, возможно, не везде, но все же ты... Но если посмотреть на тех ведущих, у которых там, не знаю, ну реально нормальные такие донаты, то они получают это только из-за того, что они разводят мужиков. Они, возможно, им что-то скидывают, потому что тут большинство девочек, которым вообще похуй, что делать, у них нету ни чести, ничего, ну абсолютно поебать. И вот к таким мужики все бегут. Они не понимают, что, типа, вот, их кинут девочки, 100%, конечно. Типа, меня больше всего это бесит. Потому что почему, когда я была ведущая, я должна была одеваться там, ебать, пиздец, но зато, когда я не ведущая, я нормально так веду стримы, у меня, типа, нормальный актив, вот эта вся херня. Когда я была ведущей, ну, не знаю, блядь. Вот, наверное, первую неделю у меня нормально прям шло все. Типа, когда я там тоже вот так одевалась, у меня плечико просто было видно где-то. Но не так то, что вот сидят какие-то курвы, реально курвы, блядь. И вот так вот, типа, а это мои сиси, а это моя попа. Ну реально, тут сидят ведущие, типа, такие, сиси, попа или жопы просто стоят, и у них зато там 500 просмотров. Ну реально, для меня, типа, будет стрёмно, если я буду показывать свою жопу. Просто тупо стоять и жопой вертеть, и за это мне будут дарить подарки. Это пиздец. И ещё с мужиками с какими-то переписываться. Да вы что, гоните, что ли? Ну реально. Я тут не знаю, как мне вообще, в принципе, все успеть сделать. Я помимо этого должна и мужиков разводить, там, и вести эфиры. 30 часов в месяц план. Да вы что, гоните, что ли? Сколько надо. Да мне не нужны деньги. Просто, типа, меня бесит. Типа...